«Испеки мне жаворонка, мама». В воскресной школе при храме святителя Николая Мирликийского прошло мероприятие в честь Дня весеннего равноденствия. Наши предки считали, что после 22 марта утренних морозов осталось ровно 40, и с каждым разом они будут мягче. Еще было поверье, что именно в этот день прилетают 40 разных птиц. Не дожидаясь их прилета, воспитанники младшей группы воскресной школы приступили к изготовлению жаворонков из пресного теста. Наши предки считали, что эти птицы обладают дерзостью и, наряду с этим, смирением перед Богом. Выпекать в Великий пост эти фигурки – давняя народная традиция.